Вся информация в виде взята из интернета. Автор ролика никого не принуждает верить данной информации. Биография стримера Никоглая соткана из белых пятен. Известно только, что зовут его Николаем. Он родился и вырос в столице Молдовы Кишиневе. Фамилию и дату рождения блогер скрывает. Уже в детстве на его долю выпали тяжкие испытания. Когда ему было 9 лет, от рака умерла мать. Годом позже не стало и отца, жизнь которого унес туберкулез. Родителей осиротевшему мальчику заменил старший брат. В школе Коля учился средне, звезд с неба не хватал, но и заядлым двоечником не был. С раннего возраста мальчик увлекался компьютерными играми и мечтал стать киберспортсменом. Однако брат настаивал на получении образования, поэтому Коля пошел в 10 класс, который, правда, так и не окончил. Вместо этого в 16 лет он устроился работать официантом, чтобы покупать себе желаемое. Впрочем, надолго парня не хватило, подвела лень. 3 месяца спустя нерасторопный официант уволился. Не имея никакого представления о том, чем ему заниматься в жизни, юный молдаванин зарегистрировал аккаунт на видеостриминговом сервисе Twitch. Произошло это летом 2016 года. Поначалу Николай вел стримы, играя в многопользовательский шутер Counter-Strike Global Offensive. Снять первые ролики в TikTok Никоглая вдохновил Даня Милохин. Увидев, что видео популярного тиктокера набирали сотни тысяч лайков, Коля захотел повторить успех. Никоглай популяризировал мем «Не узнали». Это я, Лионель Месси. Оригинальный ролик снял другой популярный тиктокер Мага. В нем человек пришел в спортивную секцию, чтобы записаться на футбол, однако у него не было денег, поэтому ему отказали. Спустя несколько лет герой вернулся и произнес ту самую фразу из мема. Ролик быстро стал вирусным из-за абсурдности ситуации и неправильного произношения имени футболиста Лионеля вместо Лионель. Никоглай быстро сообразил, что мем станет вирусным, поэтому снял целую серию пародий. С его легкой руки в ТикТоке появились 1000 вариаций оригинального видеоролика. В мае 2021 года Никоглай сотворил настоящую сенсацию в интернет-пространстве. Парень записал реакцию на видео Егора Крида. В оригинальном ролике певец пародировал антилайфхакера Хаби Лейма. Никоглай чересчур эмоционально отреагировал, громко смеялся, выкрикивая слово «разрывная». Неожиданно трэш-контент выстрелил. Всего за несколько дней ролик набрал 2 миллиона лайков. Многие блогеры подхватили идею Никоглая, а слово «разрывная» стало мемом. В октябре 2021 года блогер выпустил дебютную песню «Колян», в которой иронично спел о парне, который заработал миллионы без образования и помощи родителей. Вторую волну популярности уроженец Кишинева получил благодаря сотрудничеству с тиктокером Иваном Золо. Блогеры устраивали совместные стримы на платформе Twitch. Иван отличался спокойным и мягким характером, в отличие от импульсивного и эмоционального Никоглая. Золо не понимал многих шуток партнера по стриму, воспринимая их серьезно. Это приводило к возникновению забавных ситуаций, за которыми наблюдали сотни тысяч пользователей. В декабре 2021 года блогеры установили рекорд, максимальное число зрителей на трансляции составило 261 тысячу человек. Всю прибыль от стримов парни, к слову, делили пополам. Несмотря на подтрунивание, Николай называл Ивана своим другом, хотя родители последнего были категорически против их общения. Король Твича, в отличие от многих коллег по блогосфере, никогда не стремился афишировать личную жизнь. Поклонники долгое время гадали, с кем встречается Никоглай, пока он сам не рассекретил свою девушку. В персональном инстаграм-аккаунте он выложил совместное фото. Избранница оказалась ему под стать, такой же популярной стримершей. Амина Мирзоева родилась и выросла в Москве. День рождения она празднует 5 мая. Помимо съемки видеороликов, девушка увлекается музыкальным творчеством. В текстах песен она затрагивает классические подростковые темы, неразделенную любовь, одиночество, сложности первых отношений.